Официально сезон продажи бахчевых культур стартует в Московской области 1 августа. Сроки размещения торговых точек из-за коронавируса в этом году сдвинулись. Тем не менее, сезон реализации бахчевых культур продлится до 1 сентября. Самое пристальное внимание будет уделяться вопросам безопасности. Это не только традиционная проверка качества самой продукции, но и состояние здоровья продавцов и санитарных условий в торговых точках.